Мистер Оттер. Бадминтон. Бадминтон – очень-очень древняя игра. В 5 веке до нашей эры китайцы уже играли с валаном, который они отбивали ногами. Игра называлась «Ти Цзянь Цзы». Ух ты! Какой удар, маленький помощник! Современный бадминтон был придуман в 19 веке в Англии. Это случилось в 1873 году в замке герцога Бофорта. После плотного обеда британские офицеры захотели сыграть в пуну, игру, о которой они узнали в Индии. У них не оказалось мяча. Поэтому они взяли пробку от шампанского, к которой присоединили перья. Пошел дождь, и им пришлось играть внутри замка. С тех пор в бадминтон играют на закрытых кортах. Офицеры назвали игру в честь замка, где она была изобретена – бадминтон. В 1992 году он стал олимпийским видом спорта и был представлен на Олимпийских играх в Барселоне.